сегодня в рамках общероссийской акции в поддержку Алексея Сивкова мы также проводим пикеты солидарности, серию одиночных пикетов. Алексей Сивков – это наш товарищ, мы его очень хорошо знаем и поддерживаем. Он сейчас в Москве пикетирует правительство, а мы его поддерживаем каждый в своем регионе. Мы представляем организацию «Автономные действия», классовую ее платформу. Также участвуют и другие гражданские общественные активисты в этой акции, которые не безразличны судьба этого дела. Потому что этот случай не единичен и в Саратовской области, и по России в целом. Как бы сирот лишают законного права на жилье. Я не знаю, возможно, отмывая эти деньги, куда-то направляя их, но никак не давая квартиры этим детям. Поэтому мы считаем, что эту тему нужно поднимать, и как бы, чтобы люди видели, как правительство поступает с брошенными людьми, с детьми, которые выросли где-то там, вместо того, чтобы обеспечить им всем, чем они положены обеспечить. Бросают на произвол судьбы, ставят длинные очереди, которые зачастую не заканчиваются вообще.